Всем привет! Сегодня Samsung. У нас 320-очка. Давайте откроем. Давайте света прибавим. Откроем, посмотрим, что к чему. Возможно, даже починим. Винтик будет на один винтик меньше. Ну такое, да, засратенькое. В пыли. Было в пыли. Не то чтобы сильно, но легкая засратость присутствует. Так, давайте посмотрим мультиметром, что к чему. Режим пищалочки. Самое главное, чтобы у нас контакты на земле не были. Нет. Так, здесь все нормально. Диод на процессор. Есть нормально. Значит, проц жив-здоров. Ну, в принципе, как-то так. Обязательно нужно это все дело проверять перед первым запуском. Была история от моего подписчика, как он всунул в комп жесткий диск, не проверил его, купил где-то на рынке. А получается там такая фигня, что сгорел проц, был насквозь пробитый. И, собственно, ну, дело было с этой, как его, с 3.5 версии. Ну, то есть большой диск с 12-вольтовой линией. И сгоревший проц был пробитый. Во все стороны звенел и проводил 12 вольт. Короче, у него сгорел блок питания, мамка. Так что проверяйте. Отсутствие одного винтика не критично. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, первый запуск. Раскручивается. Вроде не щелкает. Определился. Сразу сделаем ему очистку имбиера. Видите, подвис. И тут подвис. Значит, что-то с ним было. Возможно, имбиерка. Возможно, что-то еще. Вот. И тут подвис. Видите, кусочек. То есть, дожидайтесь всегда, когда наводите на кнопку на крестик, чтобы она у нас загоралась. Давайте хард-диск Sentinel включим. Посмотрим, сколько у него там здоровится. Ну, вы знаете, 52% неплохо, неплохо. 197 пункт у нас высаживается, причем релоков нету. Скорее всего, просто из-за засранных контактов, из-за плохого контакта. Диск такой, видно, было в мелкой пыли. То есть, вполне возможно, что диск брали на пляж, ну, ноутбук. Или куда-нибудь на улицу. Это категорически делать нельзя. Только в помещении. Потому что активная система охлаждения. Вот, потому что туда залетает пыль и будет горе.